Ничего себе! Иса! И вы очень грозные хищники, безусловно, но если с ними по-хорошему, по-человечески, видите, как можно остаться живым даже. А на вас нападали когда-нибудь? Нет, у меня целые руки, пальцы, ноги, голова. Если лев нападет, то шансов немного. Вы сколько с ними работаете? 20 лет. Но вот так в сафари 6 лет открытым. А так через клетку, где-то в клетке с одним, с двумя подростками в зоопарке «Сказка» в первом своем проекте. А здесь вот 6 лет уже среди них. А у них подростковый возраст какой? Ну, за 2 лет, можно сказать. Вот видишь, вот здесь, вон он пошел, Чук, ему уже 3 года. Вот он за девочками, видишь, уже ухаживает. Все, он уже взрослый мэн. Вот, поэтому... А до 2 лет они еще так. А самый старый какой у вас здесь? А вот он, 20 лет, Ромка. 20? Вообще они в природе живут 14-15 лет. Да, так и есть. На парках могут даже и 25. Да, Рома? Какой большой. Это не нравится. Это не нравится. У него такая грива. Рома. Вкусно. Это вкусно. А кого больше, мальчиков или девочек? Маша, что делаем? Да. Я сейчас подъеду на белом электромобиле к фонтану, и мы поедем по территории. Девочки без гривы. Да, понятно. А в целом, кого больше, мальчиков или девочек? Девочки. Да? А где девочки? Вот там буду выезжать около этого БРДМа. Вы можете подойти. Рома. Да. А где же девочки-то? Кустах, да? Отдохнуть решили. Вон девочка идет. Всем хорошего дня, ребята, хорошего настроения. Спасибо большое. Свои отзывы направляйте на блог Олега Зубкова. Контакт, интернет-ресурсов много там. Что нравится, что не нравится, все пишите. Сейчас многие кримские каналы показывают ужасы, парки, как тут все страшно, как все надо закрыть и так далее. Вот, ну, мы против. Реакция ваша, ваши впечатления, и они лучше любой другой пропаганды. Спасибо. В интернете прочитали лучший парк в Европе. Да. Нет, в Европе много парков лучших, хороших. В Европе более 1500 зоопарков, и в них вкладывали государство огромные сотни миллионов. Евро, долларов. То, что вы видите здесь, это труд одной семьи, одного человека по существу. И это частный проект. Здесь нет не только помощи государству, но зачастую государство мешает, препятствует развитию этого парка. Только за последний год, который прошел, я был в 157 заседаниях судебных. Штрафы, какие-то предъявы, всякие уничтожили парковки, горки. Оштрафовали за 10 зданий, падающих на поле. Это просто бараш на каждом шаге. Такого за 20 лет украинцев никогда нет. Они боятся, что вы лучше будете. Но я все равно буду лучше, потому что мы сильные, мы успешные, мы оригинальные и так далее. Мы за вас. Это единственный парк в Европе, он не по своей, так сказать, красоте. В Европе много лучших парков, уверяю вас, я их объехал. Но это единственный и уникальный в своем роде парк. И он в Крыму, понимаете? Сегодня не нужно ехать в Африку для того, чтобы вот так пообщаться со львами. Да, Ромка? Рома! Ром! Рома сегодня без настроения. Рома сегодня... Буду делать все возможное. И кошмариться с гостями дальше. Хорошо. Спасибо. Спасибо.